О, кажется, создатель этой карты намекает, что скоро будет новая операция. Всем здорово, с вами Брил. Совсем недавно вышла новая карта, Саб-Зиро. Ее упоминал в обзоре на последнее обновление, так что если не видел, зацени сразу после этого видео. Данная карта была сделана человеком, который является одним из создателей карты Кэш, FM Pon. Самое интересное, что в мастерской Саб-Зиро висит еще с марта, но добавили ее только сейчас. Весит она 120 мегабайт, это почти половина всего обновления. Теперь поговорим о самой карте. Карта в стандартном для нас сценарии — разминирование бомбы. Действие карты происходит где-то на севере. Могу предположить, что это северная часть Швеции, так как название корабля, который стоит на базе спецназа, написано на шведском. На Саб-Зиро есть снегоход, но и в него автор спрятал несколько пасхалок. Первое — это если мы подойдем к нему и нажмем английскую букву Е, то снегоход заведется, но покататься на нем, конечно же, невозможно. Также на спидометре указан пробег из довольно недвусмысленных цифр — 69 и 4,20. Объяснять, что эти цифры обозначают, я, конечно же, не буду. Но вы ведь сами можете загуглить, да? Недалеко от точки Б мы можем увидеть на стене телевизор, на котором включен канал VNN, что является аналогией к американскому новостному каналу CNN. Еще внизу маленьким текстом можно увидеть надпись, которая переводится как «Текст настолько маленький, что никто не узнает, что я собака». В этой же комнате мы можем увидеть еще несколько экранов, где находится пасхалка с ником создателем FNPON, а на соседнем Operation in Progress. Может ли это обозначать, что создатель карты имеет информацию о новой операции? Ведь он уже сделал несколько карт, которые увидели свет, и возможно, он ведет активное обсуждение с Valve, а может даже влияет на ход разработки операции. Напоследок у нас мини-посылка, которая имеет нецензурный характер. По всей карте на стенах написано название этой военной базы — BIT, где буква И выделена двумя точками, что образует довольно неприличную картину. На самом деле карта оказалась очень интересной, мне самому хочется узнать, что будет с ней, когда она попадет в матчмейкинг. На этом все, спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, пока! Thank you.